это традиционная, они сделаны по традиционной технологии. Замшевая красная подошва. Да, там используются также каучуковые подошвы, мы можем посмотреть на белом аналоге, мы сейчас позже покажем. Это валенки снегири, которые делаются в Себеже на границе России и Белоруссии. Снегири – это социальный проект, который обеспечивает работу и местное население, потому что там существовала в советское время конвольная фабрика, которая, естественно, в 90-е годы прекратила свое существование. И вот они используют цеха этой фабрики и привлекают к работе местных людей. Соответственно, это традиционная русская обувь, но она при этом очень современная и гораздо более функциональная, потому что ребята делают подошвы. Ну и, собственно говоря, валенки – это такая обувь, которой никогда не холодно и никогда не жарко за счет того, что это натуральный полностью материал. Я просто знаю по себе, что, в принципе, даже если вы летом будете носить дома, то вы будете всегда чувствовать себя очень комфортно. Но при этом важно подчеркнуть, да, что это абсолютно современный дизайн. А большие размеры у них есть? Вот у меня 46 размер. У них на самом деле есть гораздо больше цветов и размеров. Мы просто в экспозицию очень культурно попробовали вписать то, что нам подошло по цвету и по фактуре, по размеру, по модели. Но на самом деле выбор огромный, и ребята молодцы.